Добрый день, дорогие любители губной гармошки. Никогда раньше не записывал видеоуроков, потому как считаю, что на просторах интернета есть уже практически все и дублировать смысла не имеет. Но за 20 с лишним лет преподавания кое-какие интересные находки у меня все-таки были, и кое-чем из этого я хотел бы с вами поделиться. Тем более, что скоро праздник Новый год, и это как раз повод, чтобы показать одно интересное упражнение по отработке бенда на третьей дырке. Когда вы отстраиваете высоту бендов на третьей дырке, не имеет смысла сразу пытаться попасть в нужные вам ноты. Если мы говорим про гармошку до мажор, то это будут, соответственно, си бемоль, одиночный бенд, ля двойной и ля бемоль тройной бенд. Сначала стоит освоить плавное перемещение по всему интервалу, по всему диапазону бенда. Ну, как-то. И возможность останавливаться в любом месте, неважно, полтонна, четверть тонна, 1/8, где угодно, где хотите, там и останавливайтесь. И удерживать этот звук. Вот. А после этого имеет смысл начинать пристреливаться к нужным вам по высоте звукам. Вот сегодня речь пойдет о ноте ля, второй бенд на третьей дырке. Не стоит опять-таки сразу пытаться попасть в ля. До этого следует научиться плавно к этой ноте подъезжать, начиная сверху, начиная с открытой дырки, третьей дырки, с ноты си. Сверху. И не задерживаясь. Можно, конечно, сидеть и проверять себя с клавишами, попали вы или не попали, но гораздо занятнее это делать при помощи каких-то знакомых вам мелодий. И вот, в связи с тем, что скоро Новый год, я представлю вам песню. Всем вам хорошо известно, в лесу родилась елочка. Вот. И если мы играем эту песню во второй позиции, то есть в тональности соль на гармошке до, то счастливым образом получается, что всякий раз, когда вам нужно сыграть ноту ля, перед этим у вас есть нота си. То есть бенд на второй бенд на третьей дырке вы берете после открытой третьей дырки. И, соответственно, есть возможность глиссандо сверху подъехать. Вот смотрите, значит, первая нота у нас ре, четвертая дырка на вдох. Здесь никаких бендов нету. Опять. Предыдущий кусочек оговорился. Конечно же, первый звук это первое на вдох ре, а не четвертое на вдох ре. Ну а теперь я сыграю непосредственно саму песенку под аккомпанемент, порадую вас всех, поздравлю с Новым годом. Как это водится, сыграю сперва тему, потом поимпровизирую пару квадратиков. Первый квадрат сыграю импровизации, сыграю вообще без бендов, тоже ну, таких, в учебных целях. Ну а на втором разойдусь. Поехали.